Всем привет с Краснодарского края, вы на канале Хадарики. Сегодня у нас 19 марта, на улице сейчас плюс 17, я в теплице открыл дверь. Сейчас мы с Олей будем заниматься посадкой помидор и два огурчика посадим. Сейчас я повешу инфракрасный обогреватель, сейчас все вам покажу. Вот такой вот обогреватель я использую, инфракрасный. В том году я его вешал. Кто смотрит постоянно наш канал, знает про него. Как у нас висел, что я включал туда. Этот обогреватель — принцип солнца. Он греет предметы, землю, а не воздух. Потом предметы нагреваются и отдают тепло воздуху. А другие там пушки всякие, это ерунда. На улице, правда, у нас ветер, хоть и плюс 17, но ветерочек. Вот я его сюда поближе, потому что здесь два огурчика посадим, а с той стороны несколько помидорчиков. Много не будем сажать, я думаю так. Сейчас Оля придет, и мы с ней сделаем вот так вот. Буду включать только на ночь. А так здесь жарко. Я еще градусник повешу. И будем смотреть, какая температура. Вот так вот выглядит обогреватель. Вот видите? Этому обогревателю уже очень-очень много лет. Лет 15-то точно. В то время еще брал его 4 с чем-то тысячи. Ну, сейчас, конечно, они дешевле. Срок службы вот этого нагревателя, внутри который стоит, без... срочный. Сам главное не разбить его. Ну и все, вот будет земля, предметы нагреваться и будут отдавать тепло воздуху. Воздух он не греет, принцип, потому что солнце, как говорю вам всегда. Все, два помидора, два этих огурчика посадим и помидорчики. Вот здесь сейчас под ним два огурчика. Ну, в основном мы садим 4-5. И нам хватает. Потом через, уже когда он уже отцветет, вот отплодоносит, тогда мы уже садим еще здесь. Ну, два раза в год это нормально здесь теплица. Вот, друзья, Оля. Всем привет, друзья. Оль, плюс 17 так одета. Да я что, болела позавчера тебе. В баню сходила и простыла. Пойдем, поможешь мне посадить помидорчики. А что, сам не в состоянии? Ну, я хочу, как ты, как специалист. Мало что ты хочешь. Как я хочу. Как специалисты. Я тоже много чего хочу, да молчу. Трава, блин, запарила. Вот особенно вот это. А что там еще выкопал ты? Где? Вон там. Все, что не надо. Где? Ну, лопата валяется. Это копаю. Полю, копаю. Да? Вообще сырая. А где же твой почвопокровник-то, который ты разводила? Вон. Нет, я его сейчас не хочу сюда уже. Не хочешь? Ну, пойдем сажать. Здесь, потому что всегда видишь, это тенечек. Пойдем. Он вылезет еще вон, везде. Пойдем, Оль. Вокруг дерева. Пойдем. Не приставай ко мне, не близко не подходи ко мне. Налил воду в бочку, чтобы тепленькая была. Пролил везде землю Байкал ММ и марганцовочкой. Но это не сразу я сделал, постепенно все. Посадили с Олей два огурчика. Вот такие вот. Сейчас надо луночку сделать. Тут я полил. Пока хватит. Оле жарко. Да что, тут вообще жарко. Два хватит. Потом потеплеет. Семечками посадим. Семечками прямо это на китайский еще. А это какой сорт, Оль? Надо прочитать, там забыла. Ой, жарко. Жарко? Вот у нас дверь даже еще открыта здесь. А, скажи про ресницы. А, друзья, кто там задавал мне вопрос? Я забыла, как женщину звать. Я отвечала вам два раза. Или три раза. Да, на первый комментарий. Второй комментарий был. Вы написали первый раз и второй же раз под одним и тем же видео. Я вам везде написала.
Какие? И последним видео вы меня спрашивали, я вам тоже написала. Вы посмотрите, в где писали мы под комментариями, я вам отвечала. Под вашим комментарием. Ладно, если вам неохота искать, где я писала, я вам говорю. Первые я делала 10, потом 12. Сейчас я сделала 11 впереди, 12 посередине, 13 с краю. Друзья, вот такие у меня получились ресницы. Вот такие ты. Закрой глаза. Вот. Открыть, закрыть, вот так получается. Да, я тоже многим пишу, а они не хотят смотреть на уведомления. А может, отключены уведомления и не смотрят, да. Что отвечали на комментарии. Я бывает даже захожу, но обычно кто смотрит, там обычно те ставят пальчик, что смотрели мой комментарий. А некоторые нет, я им отвечу на комментарии, а сами не смотрят. Вопрос задают, они смотрят. Так же и здесь. Вы каждый раз говорите, а она пишет под вашим комментарием. Я писала под всеми комментариями. Вы, если не верите, вернитесь туда, где вы писали, и посмотрите, я там под написала. Низом. Не раза три писала. Друзья. Не в общих комментариях, а именно под вашим. Под вашим, где вы меня спрашивали, да. Я тут же вам набираю и всем тут же отвечаю. Все, кто мне говорит привет, я тут же под комментарием отвечаю. Если не сегодня, то завтра. Вы ищете, наверное, в общих комментариях, а это под вашим комментарием. Да. Вот так это было. Я Оле говорю, ты что не отвечаешь? Говорит, да я уже сколько раз отвечаю. И на комментарии Ольга Ходарик отвечаю я всем, друзья. А просто Ходарик, это я. Ходарик я сколько это раз? Он. Это сколько раз? Некоторые думают, что а это Оля. Ольга пишет. Ходарик. Да. Отвечаю тоже всем, друзья, никого не пропускаю. А некоторые думают, что Ходарик это Оля отвечает. Так, нет, все, это друзья. Я. О, жарко. Да. Не надо, помидор. Оля, ты опять простынешь. Нет, я вот так до половины. Вчера всю теплицу еще от вредителей я и от болезней набрал, потому что кто-то начал редисочку поедать. Да, да. Ну, я все деревья вчера все обработал от вредителей, от болезней. Уже от болезней второй раз, первый раз бордоской жидкостью, второй раз уже другими препаратами. Сейчас на улице уже две гусеницы такие зеленые, красивые, такие прям... Бодренький, на травке молодой наелись, а прям зеленый. Ну, может, она еще и не подействовала, я же вчера ее только опрыскал. Ну все, давай начинаем сажать. Давай начинаем помидоры, потому что уже там цветочки у нас. Давай, время. Все, и будем включать, как в том году, вот, обогреватель. Жарко, Васек, давай. А потом... днем здесь дверь открыта, здесь градусов 30 надо. Все, посадили соль и помидоры. Очень близко не стали сажать. Потому что в том году мы садили близко, нам сказали, что так близко здесь, нам хватит. Меньше будет обрабатывать. Потом мы насадим, у нас дебри потом получается. И вот два здесь посадили. А потом уже, когда редиску мы вырвем, еще подсадим помидорчики. Ну, 19, считай, марта посадили помидоры. Ну, а другие помидоры, наверное, через месяц. Редиска все отойдет здесь. И посадим. Все, короче, эти помидоры нам плоды дадут, потом другие. И вот сейчас надо клубничку посадить в горшки. Это мы Юле обещали с Архангельской. Если Юля не купила, Юля, напиши, нужна тебе клубника. Оля убежала в магазин, там покупатели пришли, продавцы. Она же продавец. Запарился, жарко, двери закрыл, потому что ветер. Итак, время у нас идет к вечеру. Уже 16.09, 18. Иду по баранью землю. Так, напоталось полно всего. Сейчас масло проверю. Оп. Масло, друзья, не расходует. Все нормально, за столько лет, все уровень. Сейчас немножко пройду, завтра обещают у нас дождик. Сейчас вот ветер такой противненький. Вчера-то хорошо, ветра не было, но температура была где-то плюс 15. О, вдалеке абрикос зацвел. Сейчас покажу. Цветочек
Всякие цветы на поле. Каких только нет. Желтенькие. Так. Айва. Ну, это какая-то китайская или дикая, что-то я не знаю. Но она несъедобная. Вот, смотрите. Пчелки трудятся. Летают. Ну, еще не все цветочки открылись. Но я думаю, завтра. Да, но завтра передают, дождик будет. Ну, а на самом главное, чтобы... Вот, видите, пчелки. Самое главное, хоть это бы опылили они. Отдохнул немножко, курточку одел. Все равно ветер такой прохладный. Что, Оля куда-то делась. А, мы же песок привезли. Оль, ты справишься одна? Оля. Ну, подожди, я тебе помогу. Да он продрявился. Чего ты меня не ждешь никогда? Потом будешь говорить, что спина болит. Ничего мне не болит. Да? Я же не бабка старая. О, песочек какой, да, классный? Угу. Сейчас мы в землю будем добавлять. Оля будет. Друзья, вот для этого и нужны друзья. Чтоб, что не попроси, все дали. Молодцы, спасибо им. Они знают, кто это нам дал. Не все дали, а все дают. Все дают. Ну все дали, что просили. Никогда не отказывают друзья-застройщики. Молодцы, спасибо. С нас стакан и пирожок, хотя они не пищи. Но это так, для хлопца. Оля, я тебе помогу, чё ж ты тягаешь-то, хватит. Поговорить, да, поможешь? О, чё-то камушек какой-то. Ой-ой. Камней своих хватает. Да. Ну, больше не поем сегодня, завтра поем, да? Да. Там тебе собачки... этого пока хватит? Да, конечно, я сейчас подсыплю это. Хороший песок. Сказали, Оля, бери сколько хочешь, а Оля же возьмет. Да. Ну, а мне осталось немножко допахать. Вот столько вот. Ну, земля такая с камнями. Ужас. Да, Барсик, опять ты что-то нашел. Сейчас вот немножко это, и все. А завтра обещает дождь, дождь еще смочит, и я пойду по-другому. Шел я так, вдоль шел, потом поперек. Ну вот он опять ковыркается. Барсик, хватит пачкаться. Шел я заводить. Вот, друзья, когда мы сюда переехали, мы 3 или 4 КАМАЗа вот таких вот привезли черной земли. Вот эта земля, она... Не знали, что он такой. Да, мы думали, черная, плодородная. А это, оказывается, с недр земли, с глубины. Черная. Не глина, а это земля. Не знаю, какая. Это с большой глубины они берут. И она неплодородная. И она вот вся улежалась так. И как будто мы ее сюда не насыпали. Она вся утрамбовалась. Нам сказали, надо вот такой песок. Это специалист, который занимается... Владимир с Великовечного. Да. О, люди спросят, это адрес, скажи еще людям. А на заборе же есть там адрес, друзья. Ну, скажи адрес. Давайте чуть-чуть попозже я скажу. Сейчас, подождите, я возьму телефон. Выключи пока. Так. И он нам сказал, что вот эту почву оживить, надо сантиметров 10 насыпать вот такого песка и потом все перекопать. Ну, конечно, я мотоблоком уже здесь не заеду, потому что Оля посадки. Но она совсем, она была, вот смотрите, была на уровне вот с бордюрой. И все, она утрамбовалась и очень-очень тяжело копается. Земля сырая сейчас. Шли дожди у нас. Чуть коп... Ну так, чуть-чуть слива высохла сверху, а так внутри она сырая. Друзья, вы сказали, на заборе не видно. Я останавливала, на заборе прям написано номер и внизу телефон. Ну ладно, я вам сейчас продиктую. Записывайте медленно. 8-928-429-54-69. Владимир, Великовечная, Растишки. Растишки — это деревья, там кусты. Звоните. А адрес какой? Адрес
Ну, адрес вот я сейчас подожду. Садовая. Нет. Друзья, что-то мне надо там посмотреть. Ну, посмотри. Ну, ладно, лучше звоните. Да, позвоните ей, позвоните, вам скажет, куда ехать. Позвоните, он вам ответит. Ну, все, Оля, работай. Я тоже отвечает, пошел. Друзья. Я пошел работать тоже. А то сейчас темнеет скоро. Друзья, ну все, у нас уже темнеет. Так, досадила я свои цветочки. Посмотрите, они у меня все-все-все разные. Не передает. Смотрите, видео не передает. Вот видите, здесь синим цветом отдает. А на самом деле они фиолетовые цветочки. Желтенькие. Вот видите, какие. На самом деле они насыщенные. Вот синие вроде с оранжевым. А так они фиолетовые с оранжевым. Разные такие, красивенькие. Видите? Красота, красотенюшка. Красненький. Вот такой. Беленький с желтеньким. Вот такой. О, и тут примылы у меня мои. Эти примылы уже сидят третий год. Ну, в этом году уже вот они вылезли вот так. Уже красивенькими, яркими. Так, ну все, друзья. Работы еще полно. Еще зачищать. Вот здесь надо зачистить все. Вот здесь все. Вон тоже распустилось все. Вот эти листочки. Но на сегодня уже все, хватит. Это я все завтра расчищу. Вот трава тут лезет везде. Все тут уберу. Вон тоже красивенький. Посмотрите, какая прелесть. На самом деле фиолетовые цветочки, розовые, беленькие, все вместе. Красота. Все уберу и будет красиво. Вот эти надо прорядить. Снегом он прибил их. Все, уже темнеет, уже, я думаю, ничего не видно. Это тоже все прорядить надо. Всю красоту. Так, ну все. Все, друзья. На этом закончим сегодняшний день. Вот так проходят наши друзья-денечки. Порыхлила, песочком засыпала, еще завтра порыхлю. Сейчас еще покажу вам, знаете, что у меня взошли какие. Вот такой почвопокровник. Видите, у меня вот такой почвопокровник есть. И вот такие цветочки. Что-то забыла, как он называется. Не знаю. Но это как вот дикий лук раньше был. Наподобие. Но это не дикий лук. Такие цветочки. Они потом такими большими розовыми шапочками будут. Так, что тут набросал Васек? Вот тюльпанчик. Гиацинты лезут. Тюльпанчики вот еще. О, набирают цветочки. Видите, уже вылазит тоже. Наверное, розовый будет. Я не знаю, все розовые. А, по-моему, один был синий. Так, ну все, друзья. Землянику отсюда вот уберу. Посажу сюда лук. Петрушку. Короче, у меня будет для зелени вот эта маленькая. В этом году опять перестановка. Так что пока порядок не наведем. Постоянно, каждый год. Что-то постоит, уже не нравится. Кочует на другую, с какую-то сторону. Ну, сейчас все зацветет, еще просто все маленькое такое. О, живучка как тут разрослась. Что-то там нету, а здесь полно разрослась. Так, чеснок. Чеснок надо порыхлить чуть-чуть. Чеснок, лучок. Лучок тоже хорошенький, зелененький.
Мы с этой грядки уже едим. Ой, накопала и забыла. Хризантемы вот эти кучки стоят. Я хотела их пересадить. Ладно, завтра пусть постоят, ничего им не сделается. Эти такие шаровидные. Ну все, друзья. Всем пока-пока. Ставьте лайки, друзья, не забывайте. Пишите комментарии. На все комментарии я отвечаю. Я Ольга Хадарик. Васек Хадарики. Все, пока. Если кому-то что-то надо на какой-то вопрос ответить, пишите мне на WhatsApp личку, друзья. Все, пока-пока. А мне еще надо подмести. Убрать инструмент. Мне тут еще Галя, соседка, надавала всяких вон растишек. Папоротник, говорит, посади. У меня самой есть. А вот это что-то она сказала. Я думала, это вообще сорняк. Нет, она сказала, какой цветочек красивый. И вот эти принесла тоже. Говорит, посади, красивые. Ну, куда-то посажу, конечно. Посмотрим. Если потом не понравится, выкопаю. Ну все, друзья. Всем пока-пока.